Всем подписчикам привет, всем случайным зрителям здравствуйте. И сегодня у нас горячая новинка, просто обжигает мне руки. Это Red Bull Peach. Peach — это персик. Red Bull персик со вкусом персика. Вот так он выглядит. Как обычно бычара, как обычно тут тоже бычара. Как обычно здесь тоже бычара. Короче, супер-супер горячая новинка. Сейчас надо прям срочно ее распробовать. Берем одноразовый стаканчик, как всегда, как у нас принято. Открываем банку и наливаем. Я, конечно, не знаю, какой на цвет сок персика. Но вряд ли он прям такой. Что-то я сильно сомневаюсь. Ну что, отведаем. А, кстати, очень довольно-таки сильно похож на персик. Берешь такой сочный-сочный персик, который в руку не помещается, держишь его с трудом, врезаешься в его мякоть, чиркаешь зубами по косточке, режешь себе небо или десну, но все-таки ощущаешь этот сочный-сочный вкус мякоти этого персика. Ну, тут энергетик, тут немного по-другому, но довольно-таки вкусно. Цвет необычный. Я, конечно, не знаю, какой цвет у сока персика. Может быть и такой, я, конечно, не знаток. Но довольно-таки интересный, белый, мутный цвет. Полупрозрачный, мутноватый, я бы так сказал. Вкус, реально есть вкус персика. По составу. По составу вода, цукроза, глюкоза. Короче, все, что только может быть, кроме сока персика или хоть какого-то ароматизатора. Ни хрена я не вижу здесь. Так, сколько хотя бы по кофеину? Надеюсь, хотя бы 32 стандартных есть. Есть, отлично. Уже зачет. Red Bull, конечно, очень популярный во всем мире. Его очень сильно популяризируют в спорте, рекламой и всякой другой фигней. Но, по моему мнению, по вкусовым качествам, это один из самых худших энергетиков в мире. Но в последнее время он немного набирает обороты, именно по вкусу, немного себя, как это, оправдывает. Но по цене это просто капец, по цене очень дорого. Вот эта баночка 25 рублей. За такую баночку питбуля, это Red Bull, а за баночку питбуля надо отдать 8-9 рублей. Это почти в 3 раза дешевле. И по вкусу питбуль, конечно, иногда бывает и лучше, но не сильно тоже отличается. Так зачем платить больше? Я, конечно, просто взял попробовать на обзор, потому что это реально горячая новинка. И повторю, она меня реально обжигает. Прям, ну, хочется снять, попробовать. Я просто не могу удержаться. Поэтому сегодня у нас она на обзоре. Купил я ее в АТБ, 25, по-моему, 20 или 50 копеек, берите, оно там точно есть, в АТБ, не знаю, в других магазинах я не видел, в Сельпо не видел, в Арусе, по-моему, тоже, а в АТБ оно есть, так что берите, покупайте, в принципе, довольно-таки вкусно, по сравнению с классическим энергетиком. Это небо и земля, потому, ну, с классическим Red Bull, это небо и земля, потому что классический Red Bull как ослиная моча, а этот Red Bull, хотя бы у него есть настоящий вкус персика, хотя я не знаю, откуда он тут взялся, в составе его нема. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Жмякайте на колокольчик, если вас еще это не задолбало. Я, как всегда, на страже новинок.